Как не поедешь, все. Вода какая-то, да болотина. Несколько лет я не был на этой копе. Да, кто-то славно тут трудился. Конечно, без экскаватора тут не обошлось. Вот тебе и дела. Вручную нельзя, значит, а экскаватором можно. Твою мать, блядь. Да. Слов нет, а которые есть, те матершинные. Да, конечно, хорошие камни вытащили экскаватором, что тут говорить. Не ходи никуда знать. Но все равно, что отвал, есть отвал. Кто там, если по-быстрому работали экскаватором, так. Хотя сомневаюсь, что по-быстрому. Все равно пробросится. Да, если вот такой вот кварц не считают за добрый материал, то тогда другое дело. Есть у меня тут. Я покупал, правда, покупал с этой копии интересные образцы с гематитом кварц на выставке. Но то было, хотя кто его знает, может быть у тех, кто здесь работал, я и купил. Интересный фантом. Прозрачный кварц, в нем гематитовый фантом сидел. Вот всякие абсусы. Солнышко выглянуло. Порадует хоть. Маленькие корочки мелкого кварца с гематитом. Вау.
какой-то жестоватый кварц. Конечно, вопрос волнует меня, почему кому-то можно экскаватором, а кому-то просто с каёлочкой походить нельзя. Такая страна, наверное. Кому-то все можно, кому-то нельзя. Да уж. Ну ладно, попробуем немножко по-другому поработать. Вот это интересно. Припрятал, наверное, кто-нибудь. Килограмм 40, наверное. А может, унести не могли. Тоже животки. Ну ладно. Перевернем, как было. Может, придут за ним. Заберут, не мое это, нечего брать. Болото, оно и есть болото. Сезон какой-то у меня нынче. С болот начался, то на Хрустальный остров, сейчас вот сюда вот, на другое болото. Да. Тут по пути еще один камешечек видел. Интересно. Вот этот покрупнее того, большой секрет, тоже жёсткий кварчик, клад, ставим нормалёк. Дождь градом, крупа какая-то. Не знаю. Некомфортно стало. О, молотит. Мыть надо, мыть. Так, ничего не видно. Да еще солнце. Вот это поблескивает. Щеточка. Ух ты, и с другой стороны тоже.
Интересный образец. Понятно. Халцедон, вот это, да, это тоже халцедон с гематитом. Булдыган кварца. Что-то поблескивает. Несколько кристаллов. Ну, тут тоже халцедон, это, вау, челюсти.